Всем привет, всем здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала. С вами я, Влад Экпорт. Сегодня у нас ваш Хонкайстер Райл. Опять же, два дня назад вышел новый персонаж или новый трейлер. Не знаю, как там все это компонуется, но, в общем-то, трейлер новый вышел. Ставлю лайк, застраиваю мгновенно. Канал Хонкайстер Райл, естественно, заказчиком является Спектр. Спектр, огромное тебе спасибо за этот заказ. Ты мне уже, так сказать, понакидал артов с данной девонькой, и я могу сказать одно, что она, ну, безусловно, ну, очаровательно, красиво, ну, типа, я бы, если бы играл Хонкай, наверное, бы попытался ее заполучить любыми законными и незаконными способами, я не знаю, там, как прокает, шансы, не шансы, но мне бы, наверное, захотелось выбить, но я не играю в Хонкай, я лишь наслаждаюсь этими артами и этими роликами, друзья мои. А знаю, что Спектр не любит затягивать, так что начнем без промедления, для начала только, как называется ролик. Ролик называется «Трейлер персонажа Искорка. Театр одной актрисы Хонкай Стар Райл», собственно, как бы просмотры великие. Великие. За два дня просто 1 700 000 просмотров, это, ну, это просто невероятнейшие показатели, да, я думаю, все прекрасно понятно. Ну, судя по названию, да, Искорка ее звать, да, ну, Искорка, по-любому она искрит, из себя энергию выдает и постоянно, так сказать, ну, черт возьми, ну, она в центре внимания, она та, за которой многие идут, наверное, скорее всего, она та, которая выделяется или пытается выделяться, да, и театр одной актрисы, судя по тому, что здесь написано, она все-таки в солянку хочет добиваться своих результатов. Да, может пойти на какие-то, может быть, жертвы, может быть, кого-то, так сказать, кем-то воспользоваться, но добиться своих результатов. Но, судя по ее никнейму, еще раз говорю, она искра. Она, черт возьми, заряжена всегда, да? И мне кажется, она этим и выделяется. Она очень, так сказать, веселая, радостная, да? Блестящая, прыгает, бегает, светится, яркая, бляха-муха, да? То есть, фейерверк, да, так называемый. Мне кажется, вот какие-то такие ассоциации можно приводить. Но вот театр одной актрисы, как будто бы она одиночка, да? Но мне кажется, нет, потому что, ну, по такой внешности она должна с кем-то дружить, ну, однозначно, нет? Не кажется ли вам? Потому что, ну, ребят, ну, она роскошна. Ну, просто по тем артам, которые я видел, она просто, ну, безукоризненная. Безупречно, просто белиссимо, просто хочется взять вот так вот ее, вытащить из этого экрана, обнять и обратно ее всунуть, да, в этот экран. Я не знаю, вот такие примерно у меня эмоции лично. Каковы у вас эмоции от этого персонажа, когда вы ее первый раз увидели, когда вы первый раз за нее сыграли, или же вот этот трейлер, когда увидели? Все это в комментариях, пожалуйста, напишите. Друзья мои, мы поехали, стартуем. Знаю, что Спектр не любит затягивания, а я уже затянул. Сначала, как всегда, смотрим без топов. Но если там что-нибудь такое невероятнейшее будет, конечно, релоуд, это коснется релоуда, да? Но попытаемся не стопать и вообще так в целом пройдемся, что, как и почему. 2 минуты всего лишь идет ролик. Ну, такое, да, нормально, нормальный показатель. Ничего, так сказать, длинного там в 6 минут нету. Поехали! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе.
Were you scared just now? Не, ну... Друзья мои! Ну, ребята, это... Ну, тут много, множество вопросов. Она вроде такая... Она вроде такая веселая, такая позитивная, такая роскошная, прыгает там, веселится, играет, еще все действует, летает. У нее есть пистолетик в виде этого фейерверка игрушечного, да. Блин, а потом, чуть ближе к концу, такой знак большой вопроса, что начинает происходить. Смена каких-то внешностей, смена позиции лица именно. То есть, до этого такая веселая, хорошая, посмотри на эту, ну, ляпочка прекрасная, да. То есть, постоянно на позитиве как будто бы, да, ну реально искорка такая, да, вот. Ну, вот как искрить начинает. Так ее не остановить, но искра тоже имеет, как бы, знаешь, ну, как бы, искра, да, что такое искра, ну, искра это, как бы, огонь, начало этого огня, да, вот, от искры потом начинается огонь, бляха-муха, да, и вот здесь же она себя тоже ведет как огонь, заметили, по мере этого ролика она все дальше, дальше, дальше начинает разгоняться, 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 и как будто начинает уже не то что искрить, а начинает загораться в прямом смысле этого слова. И тогда уже становится мне действительно страшно, потому что концовка на самом деле очень эпичная. Потому что этот стол с этими достаточно грустными ее лицами, да, и масочкой вот этой красной, которую она одевает, походу, в самые экстренные ситуации, вот этой лисы. Это просто типа, oh my god, Эбел, очень красиво, невероятная роскошь. Просто, типа, ты на это смотришь и понимаешь, блин, это персонаж, который реально способен быть в разных состояниях. То есть, сегодня она, ну, типа, добром из себя, да, извергается, а завтра она и в негативном, так сказать, да, может состоянии находиться. Все зависит от того, с кем она будет сражаться и какое у нее, по ходу, настроение. Но, согласись, опенинг, само вот это вот видео, от Honkai старая, да, вот этот трейлер, он, конечно, сделан максимально качественно, здесь как бы вообще претензий быть, ну, ни у кого не может. Посмотрите, эти фулл серьезности, она говорит, я тебя предупреждаю, иногда я могу быть серьезной, ты не думай, что я всегда, так сказать, веселая, я могу разозлиться и расхерачить тебя лично, да, не поверхностно, а прям лично прийти и забрать твою душу, бляха-муха. Давайте со стопами попробуем разобрать это все. Но вот так, первые эмоции, что могу сказать? Она очень, так сказать, активная. То есть она невероятно активная, она любительница, так сказать, поразвлекаться, и у нее какие-то интересные способности. Первая способность — это вот этот ее пистолетик в виде фейерверка, потому что он стреляет как-то фейерверками. Настроение, даю понятие, даю вот свою, так сказать, мысль, это настроение, скорее всего. И этот пистолет разными настроениями стреляет. Иногда фейерверк может быть в позитивное русло, да, а иногда может быть, наоборот, в относительно какое-то такое плохое настроение удалиться, да, то есть в серьезные щи пойти, я не знаю, да. Вот какие-то такие эмоции. Что касается самого, ну, как это персонаж, да, по красоте. Ну, ребят, ну, у кого-то вообще есть вопросы? Она же просто мила, симпатичная, роскошная и красива. Я не знаю, вот эта поза, друзья, вот так бы она села передо мной, и я бы просто, вот меня бы здесь не было, я улетучился бы полностью просто, меня бы тут не встало мгновенно. Но вот этот страшный взгляд, когда иногда показывают, и она сама себе, это у нее в голове, походу, скорее всего, происходит вот это вся. Вот это мы сейчас попробуем разобрать со стопами. Знаешь, что Спектр не любит затягивания, так что мы по-быстрому пробежимся и пройдем. Вот, это роскошные арты, хоть на рабочий стол ставь. Реально, посмотрите на эту цветовую гамму, ребят, ну это же просто, типа, оргазм для всего. Поехали еще раз. Конечно же, это очень красиво, блин, знатно. Ну, Honkai, ну, как всегда, делают топовые ролики, естественный процесс, а как было могло? Ну, когда они делали плохо? Нет, конечно, естественно. Ну, все начинается с бокала, значит, любительница выпить, друзья мои, да, осуждаю, но буду считать, что напьет водичку. И, собственно говоря, тот самый пистолет и наша девочка в маске. Вот это вот интересно. Еще у нее цветочки здесь имеются. Этот цветочек, собственно, в конце показал, на что он способен. И, походу, это какая-то иллюзия обмана, не знаю, да? Посмотрим. Здесь интересно, подожди, в мгновение ока было много кадров. Вот этот самый цветочек, который у нее здесь в виде нашивки сделан, да? Не знаю, как этот цветочек называется, но, походу, это что-то связанное с какими-то галлюцинациями, да, цветочек галлюцинаций, да, скорее всего. И этот пистолетик как раз вот этой галлюцинацией и, наверное, стреляет. Друзья, вот здесь вот нужна ваша пояснительная бригада, потому что здесь, на самом деле, о май гад, ты посмотри на эту маску! Эта маска и цветок единое целое, как и наш персонаж, единое целое с этой маской. Блин, красиво. Очень хорошо. Я просто, типа, все, я как бы поехал. Вот
такой шар имеется. Но это фейерверк. Это фейерверк, так понимаю, и этот фейерверк в разные стороны стреляет, то есть в плане настроения. Хочешь хорошее, хочешь плохое, да. И она это контролирует. Вот так он летает. Классная музыка. Это, ну просто и музыка, конечно, топ. Вот этот свист абсолютно подходит под настроение. Но вот эти кадры, это очень интересно. Здесь множество отсылок. Вот этот шар. Он поднимается выше города. Она поднимается выше города, мне кажется, это ассоциация с тем, что она может выше города стоять, в принципе, если захочет, да? Она может завоевать, она может стать главной здесь, и она может здесь быть реально, черт возьми, ну, властной, если хотите, да, не знаю. Татуировка у нее еще сзади имеется в виде этого цветка, заметили, да? Абсолютно, муа! Ё-моё, ну она безукоризненная, бесподобная леди, конечно. И как раз вот отсюда, походу, и идет. Типа, а-ля, вот здесь кажется, что какие-то крылья, как у бабочек, да? Не кажется ли вам так? Но это просто роскошные ноги у нее. Просто, ребят, шедевр. Блин, ну это реально Мона Лиза какая-то. Ну посмотрите, насколько. Вот перевернуть бы кадр. Блин, это просто да. Я бы, конечно, как бы там хотел сам находиться под этими ногами, если честно. Блин, ну посмотри на это. Такой классный переход. И вот мне больше тут интересует не сама девочка, да, а то, что происходит вокруг. Почему слева и справа она же только в маске и в таком состоянии. И вот там этот фейерверк. Я не знаю, то ли она, когда использует свою силу, да, вот ту магичку, да, у нее еще исходит из нее, так сказать, энергия, которая забирает часть ее. И вот часть ее, так сказать, от нее отделяется, да, в виде вот этих вот всех девочек, которые рядом лежат. Я вот не могу понять этого пока что. Вот такой пистолет. Вот такой кадр, друзья мои, ну посмотри, то есть вот это вот, да, как бы роскошно, как они сидят, как уверенно, фу, прекрасность, опять же, и даже на туфлях ее все равно этот цветочек как бы имеется. Также стоит заметить, что костюмчик, ну это как бы вообще просто, ну это как бы да, это как бы без комментариев. Руки, одна рука абсолютно, ну без всего, да, ну кроме браслетика, да, и кольдечка красного, вторая рука фу в черном обличии. Я говорю, здесь баланс соблюден абсолютно, ну, уравновешенно, потому что, с одной стороны, это добро, это праздник, как и хотите, да, это та самая искра, с другой стороны, уже какая-то темнота, то есть она может быть в разнообразных состояниях, не только добро и не только зло, у нее еще что-то имеется. Интересно, это произошло после того, как выстрел произошел, они так начали меняться или нет? Ой-ой-ой. Походу, когда она с пистолетом ходит, она одевает обязательно маску. Это, наверное, так работает. Да, и красные экраны загорелись. То есть, красный цвет как бы знак, ну, такой, да, энергии. Вот почему со спины? И она улыбается. Ну, как это работает? Вот она, искра. Ну, друзья мои, у искры, ну, там зеркало, да, получается... Как же это объяснить-то? Я не знаю, друзья. Вот реально, без понятия. Но вот этот арт, конечно, сногсшибательный. И у нее разные маски. Но она всегда как бы одинаково выглядит. Но когда маску одевает, она становится другой. И пистолетик у нее вот здесь вот на пальчике очень красиво как бы выделен, да, друзья? Ну, я не знаю. Вот у нее способность здесь, но я не разбираюсь в этих иконках, как говорится, да? Ну, здесь, наверное, все понятно для поклонников. Вот это что такое было сейчас? Какая-то свеча. Свеча просто к нам летит и избивает нас. Что? Вот здесь вообще интересно, да? Казалось бы, она прикладывает пистолет к себе, но как будто бы она такая встряску делает, да? Встрясывает себя, чтобы быть готовой, да? И после этого уже, как говорится, в полной боевой готовности идти против своих оппонентов и сражаться. Вижу эту ситуацию так. Ей все равно, посмотри, этот фейерверк, ну, да, чуть-чуть, так сказать, ну, призбил и все. Да, ну тут понятно, короче, когда есть опасность, она просто берет пистолет, или в себя стреляет, либо наверх стреляет, это не имеет значения. И она в этот момент меняется, она, черт возьми, возбуждается и становится боевой машиной. Вижу эту ситуацию так, друзья мои, может быть, нет.
Топ-кадр, друзья мои. Вообще просто... Ай, как же она хороша, ну посмотри на это. Ну это просто как бы да, да. Хочется просто вот выйти с ней туда. Кстати, вот эти сердечки слева летают. Let me tell you what foolishness is. Как она просто... Этот пистолет вот так крутит-мутит. Хорошо. А эти и мешают. Вау, очень красиво. Короче, пистолет это реально боевая ее единица, прям серьезная. Все, вот этот кадр как бы доминирующая позиция. Выиграла своего оппонента и сидит на чиле, отдыхает на расслабоне. Просто я сделала дело, пистолетик мне помог, все, я сижу на тебе, а ты подо мной. И вот и отдыхай, бляха-муха, отдыхай, пока я это, так сказать, позволяю тебе делать. Когда я встану, ты опять будешь подо мной и всегда будешь подо мной. Походу она доминант, реально, чертов доминант. Конечно, да, кадр как бы вообще, ну сок, смак, не знаю, ну вкусность, ну прям ультра-мега-супер-пупер-гипер, сука, хорош. Ну это просто вау. Я не знаю, этот выкрутить здесь чуть гаммы, не гаммы. Это просто можно на обложку, на аватарку, куда угодно. Но она прям такая, да, миниатюрная мадам. Вот эти красные цвета. И вот заметь, вот в этих телевизорах искра, если это она, а это она, скорее всего, как раз, наверное, вот в негативном разряде. То есть вот на вид она такая, да, а внутри у нее, наверное, вот такой очаг, ад горит, да. Ну, не знаю, вот я так думаю, я так считаю, но могу быть неправым. Потому что вот эти вот экраны нам не просто так это подмечают, ребят. Это нужно замечать, это нужно замечать. Не надо. Подожди, там миликадры были, надо этот миликадр запечатлить. Там что-то белое было, этих миликадров. Вот. То есть вот этот миликадр нам дает понять, что она бывает и в белых цветах. Белая, красная, у нее получается сторона. Красный негатив, белый позитив. Вот такое вот у нее сочетание, друзья мои. Но этот смех просто роскошный. Вот это вообще не знаю, она раздваивается или нет. Говорит, давай стреляй! Говорит, давай, я готова! Я готова, стреляй в меня! Вот это просто, не знаю, после взрыва, вот походу, что у него в голове происходит, да? Так, ну здесь есть что подразобрать, друзья мои. Во-первых, глаза, опять же, страшно. Когда я вижу эту картину, у меня сразу одна ассоциация. Это Хельсинг Ультимейт, да, как бы Алукардик, потому что там эти глазки были. Но здесь они, конечно, другие. После этого идет вот эта масочка с вот этими фейерверками. После этого вот эта улыбка устрашающая, какая-то дьявольская. И вот этот круг похож на этот, как он называется? Ну, где вот это вот, смотришь в эту трубу, и там вот это вот все развивается. Вот это вот абстрактивные какие-то вещи, ага. После этого идет окно, и где она смотрит в это окно. Или же это стекло. Или же это вообще зеркало. Вот такой кадр, друзья мои. Нет, это окно. Скорее всего, воспоминания из детства. Воспоминания из детства, скорее всего. И именно здесь, может быть, начало становление ее происходить. Почему нет? После этого вот такой кадр. И вот, собственно, это все фигурирует в ее невероятный рисунок на спине. Посмотри, прям четко по центру расположенный. И не просто так, естественно. Ё-моё, что это такое, ребят? Что это такое? Короче, когда она в этом состоянии, когда она надевает маску, походу, вот это внутри нее, мягко сказать, разгорается. Мягко сказать, разгорается, да? Вот эта игра, которая, да, знаете, вот эта игрушка, и она приглашает вас поиграть со мной. Как же эта игра называется? Я забыл реально название, не помню. Но есть такая игрушка. И в виде сердечка вот это вот. А, и здесь сердечко, и там сердечко. Ладно. Видишь, сердце еще в разных цветах бывает. Вот это очень интересно. Нам показали персонажей. Дам отсылку такую, что скорее всего, блин, ну шутки шутками, но она может, наверное, меняться и как бы этот, внешне. Может быть, она иллюзия обмана. Понимаешь, это может быть большая иллюзия обмана, и она реально может,
когда этот пистолетик стреляет, она может обманывать кого-то и превращать себя в кого-то другого. Да почему бы в принципе и нет? Но вот эти маски на это явно намекают. И здесь в кадрах там показывают разные внешности. Но разве бы трейлеру искорки нашей прекрасной давали бы возможность другим персонажам показываться? Нет, на ней весь акцент. Значит, скорее всего, она либо умеет подстраиваться под других, чтобы все думали, что это, черт возьми, они настоящие, да, и в боевых действиях она, так сказать, себя показывает вот в таких плоскостях, что она может и внешку менять. Либо она, скорее всего, с этими оппонентами будет сражаться, и нам вот их просто так показали, чтобы знать, с кем она будет дальше сражаться. Не знаю. Видишь, они разные все. Вот раздвоение пошло, ребят, но это вакханалия чистейшей воды. Ад воплоти, друзья мои. Хотя вроде такие белые цвета, но она сама по себе черненькая, с градиентом перетекающая в красные цвета, да? Но это вот, это прямая ссылка уже на, собственно, ее руки. Одна рука темная, вторая рука светлая. Это прямая ссылка на это, я прям абсолютно в этом уверен. И там уже было понятно, что в ней живет две особы. Одна белая, вторая темная. Потрясающий кадр. Просто мое почтение, это просто безусловно красиво. Что это за маятник вертится здесь? И посмотри, что с глазами. Это просто, это не глаза нашей девчонки, это глаза какой-то куклы как будто бы. Здесь интересно, вот они на маске скочат и предметы летают. Это ее воображение, скорее всего. И вот, посмотри, пустое лицо, пустое лицо. Лишь цвета меняют. И вот, собственно, маски летают. Не, она явно вот... Она на психику умеет влиять, она психолог, психиатр, кто, она врач, она кто, она искорка, она искрит. Посмотри, разные маски, белые, красные, черные, темные. Я не знаю, друзья мои, не разбираюсь, сейчас с переводом посмотрим, может все встанет на свои места. Это что у нее в руках было, извиняюсь? Что-то у нее в руках было интересное. Это она миниатюрная была у нее в руках, что? Это очень хорошо. Потрясающий кадр. Опять же, этот выстрел, который пронзил ее, и вот этот фейерверк из нее пошел. Ой-ой-ой, горит, видишь? Горит, и вот меняется ее инстинкт, бляха-муха. Когда она надевает эту маску. Надевает, и все меняется. Вот это, походу, внутри нее и происходит. Она видит примерно такие вещи. Но это очень красивая цветовая гамма под нашу девчонку. Honkai Star Rail. Посмотрите, как она смотрит. Она же смотрит так, что она тебя схавает. Она реально здесь хищник, а мы добыча. Еще на курице видишь вот этот пистолет. Ой, друзья мои. Здесь он сказал, ты следующий или что-то типа такого, да? Друзья мои, предлагаю со стопами. Ой, со стопами. А с переводом. Здесь есть перевод в переводике? Дек, да. Предлагаю с субтитрами русскими посмотреть, чтобы понять полностью театр этого одного актера, актрисы. Искорки наши прекрасные. Что могу сказать? Ну, блин, ну, друзья мои, ну, вообще, у вас есть вообще... Блин, ну, какие-то вопросы к этому. К видеоряду именно. Это топ. Видеоряд, конечно, на уровне. И это реально, ну, черт возьми, чертовски хорошо. Она реально очень сделала все прекрасно. Ну, вот на то это Honkai Star Rail, на то у них такие просмотры, чтобы делать такие невероятные работы. Надеюсь, вы уже ее выбили и играете. Но надеюсь, я хоть в чем-нибудь попал, но, наверное, нет. Давай с переводом посмотрим, что там. Значит, любительница на поиграть. С одной пулькой. Поддельная жизнь, видишь? Я говорил про это, но не подделка жизни, а то, что она может подделывать эмоции.
Looks like someone's in my way. Ну, короче, когда ей кто-то мешает, она врывается и делает, чтобы ей никто не мешал. So what? Let me tell you what foolishness is. Pretending to be smart like you do. Я не притворяюсь, друзья мои, ни в коем случае, по моим реакциям, я думаю, все прекрасно видно и понятно. Если что, да, чтобы вы знали, да, у меня, так сказать, есть, вы знаете, я анимешки смотрю, у меня есть вот такой блокнотик, где имена написаны, потому что без этого блокнотика мне будет сложно, понимаешь, запоминать. И вот, понимаешь, мой интеллект каков. Так что я не скрываю, что папа, да, вот такой я. Так что ко мне это не относится, может быть, кому-то из вас, да, но я думаю, там все ребята, вы хорошие, умные, замечательные, никто этого не делает, но в игре, когда она играет с своими товарищами, да, многие, наверное, пытаются строить из себя тем, кем не являются, да, как бы. Так что вот так вот. Ну ладно, здесь понятно. Она, короче, безумно хочет справедливости, да, те, кто притворяются, будто умные, прям как ты. То есть она против вот этого, да, притворения. Она хочет, чтобы все были искренними, все были теми, кем являются по-настоящему, да. Не притворялись, не делали из себя маски вот эти вот, да. И она из-за этого надевает эту маску, чтобы быть как бы в одном кругу с этими людьми. Тоже начинает притворяться и тем самым уничтожать их, да. Как-то так, не знаю. Then, what is a fool? Ой-ой-ой, они притворяются, будто глупые. Like I do. Прямо как я. Прямо как я, прям как ты. Реально притворяется, что она глупая, да, на самом деле она умная. Блин, ну здесь такие потайные смыслы были. Это, конечно, я бы никогда не догадался, ладно. Do you get it now? What is elation? Теперь понимаешь, что такое радость? Понимаю или же нет? Я и есть радость! Ну, слушай, она так агрессивно это сказала, что как будто бы это реально на агрессии радостной было сказано. Ладно. Скорее всего, нам показали людей, которые притворяются очень много, да? И она как раз против них сражаться будет. Окей, я понял. Что же она скажет? Were you scared just now? Она говорит, боишь... Ребят, если бы я в реальной жизни вот такую бы встретил, ребят, я бы боялся. Я бы реально боялся. Я бы, так сказать, с ней реально бы поработал. Мы бы с ней на тренировки посходили бы, она понадевала бы там маски, подоминировала бы надо мной. И вообще бы, так сказать, была мотивация невероятной, но мы все-таки находимся в мире Хонкай Старайла, и, естественно, я ее очень-очень сильно боюсь. Вроде миниатюрная, вроде такая, да, малявка, в хорошем смысле этого слова, да, но она из себя представляет большую угрозу, по моему мнению, друзья мои, она прям реально угроза, потому что вот, как понять, человек притворяется, вот Хонкай Старайле, да, и представляет из себя не тем, кем является, или же нет. Вот она, походу, умеет это чувствовать, как такой психолог. Она реально чувствует эти эмоции. И те, кто ее обманывают, не дают ей понятия, что с ним можно сделать праздник. А искренний настоящий праздник — это правдивые настоящие эмоции. И вот она как раз этими эмоциями умеет управлять. Та самая искра, которая зажигается в определенные моменты, когда тогда нужно, получается, да, то есть, друзья мои, эта девчонка многое себе представляет, и все способности, конечно же, я не смог понять, но то, что она топит за то, что люди должны быть настоящими, люди должны быть искренними, это однозначно. Но из-за того, что люди не настоящие, не искренние, она иногда тоже подстраивается под них. И, собственно, нам это продемонстрировали, друзья мои. Ребят, пишите, как вам моя реакция, мои эмоции, спектр. Напиши, я загнул здесь разбором или
нормально все. Потому что я что-то, мне кажется, загнул здесь, да? Надо было не так тщательно внедряться в кадры. Но уж больно такие эмоции вызвало у меня, что поделать, да? Но все равно можно было больше сказать, сократил кое-где. Потому что еще можно было кое-где, конечно, постопать, сказать, размыслить. Но там бы я пошел, как всегда, в эти фрактации, которые не относятся к этому ролику. А Спектр не любит, когда мы сильно отходим от происходящего именно в ролике. Так что это его заказ, и я этого делать не буду. Но такова моя реакция, люди мои дорогие. Спасибо вам за просмотр, за лайк, за подписочку. Надеюсь, вам понравилась моя эмоция. Надеюсь, хоть развеселил, улыбнулись. Если да, то я выполнил свою миссию, здорово. Все, обнял каждого из вас. Спектр, спасибо за заказ, это реально было интересно. Надеюсь, эта реакция выйдет в пятницу, потому что я снимаю в пятницу утром. Надеюсь, она и выйдет в пятницу утром. Обнял, поцеловал, до новых встреч, удачи, друг мой. Чао, пау, пау, пиу, бум. До новых встреч, удачи, будьте искренними, настоящими. Обнял каждого из вас, до новых встреч, удачи, не болейте, пожалуйста, пока.